Был Ленин в гостях у одной хозяйки, и у нее на столе были сливы. Короче, ну он взял, ну спер эту сливу и съел на, короче, эту сливу. Ну а хозяйка раз глянула, смотрит, одной сливы-то нету. Она потом говорит, вот так. А вот кто сливу съел, а никто не признается, она говорит, ну вот, а если кто, вот сейчас сливу и съели, а в ней косточка, а эта косточка в желудке, и человек помрет, и все. И тут Ленин расплакался, говорит, это я съел. Она говорит, да нет, а я, говорит, просто шуточкой напугала, ты не помрешь где, это просто косточка, она вылезет само, а надо спрашивать всегда, а не так брать на, а ты вот видишь, вот, так что ты не бойся, не помрешь, ничего, все нормально будет, вот. Ну, и Ленин обрадовался, вот, хорошо, что вот не помрет, а нормально все. И вот так Ленин остался живой, и до сих пор вот сейчас Ленин жив, Ленин будет жить всегда, вечно в сердцах наших.